предполагаю собой по первой команде выйти на защиту своей Родины, своей страны, и, если необходимо, отдать свою жизнь. Яркие представители одной из героических специальностей военных – это фронтовая армейская разведка. Этих ребят по одной из специальностей мы обучаем на военной кафедре. В период ведения боевых действий многие из них погибли вдалеке от своего дома, от своих родных и близких, вдали от Родины. Судьба многих из них неизвестна. Наших имен не запомнит Россия, наши следы заметелят снега. Годы последние пороховые, грянет салютом пуля врага. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славный, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют. Разве что в небе вечном нетленном ангелы Божьи нас отпоют.